Что ж, народ, мы продолжаем. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, а также делать репосты ВКонтакте. И да, многие люди пишут, как так много серий делаешь? Ну как, сажусь, играю, на самом деле. Снял серию, загрузил, пошел дальше. Вот так. Ну, или как загрузил, встал, снял серию, поставил на загрузку. И пока загружается, продолжаю играть. Собственно, так у нас получается непрерывный поток серий. Вот так вот. Ничего сложного, на самом деле, сядь и поиграй, и все. Игра хорошая, почему бы не посидеть и поиграть. Я понимаю, знаете, тяжело снимать, когда ты снимаешь именно для зрителей. Именно вот тебе насрать вообще на игры, ты банально бабла хочешь. Вот тогда тяжело снимать, это я понимаю. Но когда тебе нравится это делать, вот мне нравится что делать то, что я сейчас делаю. Мне нравится, смотрите, вот это мне нравится. Почему, черт, почему не работает? Что это за баг такой? У меня управление почему-то... Надо, блин, загрузить игру. Нет, пусть... Пусть он зовет последний. Ладно, пусть меня убьют. Кто-нибудь убейте меня. У меня просто не работает эта штука. У меня вообще ничего не работает. Я даже выстрелить не мог. Такой вот баг бывает. Начал неудачно. Ну, серьезно, у меня баг сейчас только что был. Я все работает. Походу, да. Походу стало норм. Вот, все теперь нормально. Что ж, как надо по-тихому их нейтрализовывать, потому что иначе это довольно трудно. Эй, уйди, ты мне не нужен. Не нужно меню. Шум подняли. Irgendeine Spur von dem Schützen? Все же медленно. Ну, кто-то пострелял, ничего страшного, в принципе, особо от этого ничего не меняется. Поднимемся по лестнице наверх, посмотрим, что там есть. Похоже на закрытое помещение, но сразу так и не скажешь. Помосты. Это же идеальное место для диверсии. Где тут я видел горючее? Я где-то, я, ребят, я тут видел горючее. Очень хочу взорвать. О, вот ты где горючая. Бежим! Меняем позицию. Зато двойное убийство сделали. До тех пор, пока я в здании, в принципе, ничего страшного. Они меня не найдут. Ну, найдут, но не так быстро. Ой, не прочел дневник, ну ладно. Переживем. Кстати, тут есть пулемет, если что. Так. Ребят, выходим на меня! У меня пулемет! Ладно, я подожду, пока вы на меня выйдете, ребята. Черт! Qui da qualche parte.
Прям сразу. Мы что, прям сразу? Нет. По-моему, не сразу. Все, они перестали бояться, потому что я их не убиваю. Вот они. Я их стал убивать, они испугались. Ну и пулеметы испугались. А, боже, что ж мне не прет? Совсем что-то перестало переть. Мочат и мочат. Что ж, да, очередная попытка, ребята. Я знаю, вам порядком надоело, наверное, это смотреть, но... Что ж поделать, раз не получается. Сложно это. Нейтрализовать такую братью. Бойся пулеметчика! Надо привлекать. Давай, давай, на меня. Патроны бесконечные. Давай, иди сюда, они стрёмаются, они понимают просто, что как только они выйдут, их изрешетят. Нет, все-таки искусственный интеллект у них есть, они понимают, что на рожон переть это очень плохо и опасно. Я понимаю, что я могу забраться вот сюда. Сейчас он взорвется и будет тут. Вот. Готово. И еще один. Черт, что-то я все в дерево, да в дерево. Готов. Слишком просто. Ну сейчас пошло-то как хорошо. Один из них поднимается. Так, так, так. Черт, его перезарядка. Попал. Пусть его и просто вывел из строя, все равно тоже это что-то. В попу. Хорошо, теперь он сможет пройти. Направляться к бойницам. Наконец-то мы справились. Ну вот я направился, и что дальше? Похоже, он там. Я прикрою его со стены. О, вся мечта о том, чтобы прикрыть шпиона. Он будет хоть останавливаться иногда. Позиция, да, конечно же, космос. На меня отвлекитесь, ребят. Не попадаю. Видимо, из-за ветра надо целиться ниже.
что я идеальный снайпер, ребята. Попал. Еще один готов. Кажется, он идет. Нет, мне показалось, что я там кого-то видел. Готов. В голову с такого расстояния? Надо сказать, чтобы мой друг Артур у меня получился. Минус цель. Готов. Готов, пончик. Дырка от булки. Так, туда оттуда палит. Вызов Чарли. По яйцам кому-то попал, походу. Меня повысили звание. Так, где еще враги? Вот это плохо, но они есть. Пустил в почку. Прямо изучение анатомии. Да, кстати, мне везет, ветер в мою сторону. Кто же еще палит, я не могу понять. Кишечник. Трясет. Ура! Сэкономлю патрон, даже пока они остановятся. Надеюсь, это наш грузовик. Но настоящий герой. Нет, это не наш грузовик. Двойное. Может, еще одно. Нет, это не двойное, элитные части. Это настоящий повелитель бури. Потрясающе. Патроны кончились. И то это не боеприпасы. А где боеприпасы? Мне нужны. Тут много там еще? Или у итальянцев большие семьи? Наверное, они всю семью приволокли. С прадедушками вместе. Из могилы их достали. О, я все думал, что его убьют. Ну ладно. Все, справились. Фух. Долго же мы обстреливали их. По-моему, затянуто немного. Нет? Нет? Нормально? Ну ладно. Ребят, если вы считаете, что нормально, то нормально. Откуда я знаю, что вы считаете, я не знаю.
Так предположил. Офицер убит. А что, не нужно было? Я думал, надо убивать. Ну, не убит. Ладно. То есть можно было просто его... Я не знаю, а как еще можно? Ну, его только убить можно было. Что такое проект «Эпидемия», все еще не ясно. Агент Брауэр так и не сумел это выяснить до ареста. Но у него есть наводка. Вален часто ездит на аванпост в Сиве. Мы не знаем, будет ли он там, но он любит, чтобы все было по порядку. У Валена все будет спланировано, включено в график и записано. Мне нужно всего лишь это найти. Брауэр полезен. Он рассказал мне, где находится кабинет Валена и немецкие склады. В городе есть несколько хороших позиций для снайпера, а еще старый подземный туннель. Будет непросто. Но где-то в этом городе я найду то, что нам нужно. Оазис Сива, что же, информаты удерживают где-то в форте... по-моему, это не то, нет? По-моему, в форте Руфиджо я уже был. По-моему, тут что-то не то. Хорошо, выкладка. Давайте посмотрим на выкладку. Нам дали новую винтовку, если кто не знал. Каркана. Гевер. Колебания прицела. Начальная скорость ниже, урон меньше. Отдача меньше, зато мы что... Бирование. Ну, в общем, давайте возьмем, попробуем, как оно. Гивер, немецкая винтовка. Я думаю, немецкая это всегда к лучшему. Настройки винтовки. Нет, мы ничего сделать со стволом не можем, к сожалению, ни с чем. Прицел разве что можно. Вертикальный и тактический. Для меня, и, в принципе, да пусть будет такой, кстати. Пускай. Обновимся. У нас открылся последний пистолет. Ну, нам нужен то, что и Томпсон. С радостью возьму себе Томпсон, потому что я крупный фанат Томпсона. Ну, как, не настолько крупный, но... Фугас, выпрыгивающие мины из-за угла, бронебойные. Я не знаю даже. Пусть будут. Или нет. Короче, ладно, пусть будут бронебойные, прицельная сетка. Это что, новое что-то? А, вниз еще что-то есть. Крест детализированный. Да нет, мне такой, кстати, очень нравится. Вполне себе. Классная штука. Что же, Оазис Сива будет в следующей части. Эта часть была несколько короткой. Но все равно неплохой. Так что увидимся в следующей части. Надеюсь, вам понравилось. Можете подписаться, кстати, лайк там поставить. Репост ВКонтакте сделать. И увидимся в следующей части и побываем в Оазисе Сива. Кстати, игра короткая, если подумать. В ней всего лишь 8 миссий. Это миссия 4, что ли? Не знаю, надо достижение посмотреть. Завершить миссию 4. 5, 6, 7, 8. Еще 4 миссии осталось. То есть, если миссии правда 8, то да, на самом деле у нас... на самом деле тогда у нас осталось 4 миссии. Довольно быстро, кстати. Правда, не знаю, длинные они или нет. Возможно, они будут посложнее. Хотя, что-то мне подсказывает, что они будут абсолютно такими же. И в последней миссии нам нужно будет поставить смачный хедшот какого-нибудь генералу. Так что, вот, продолжим в следующей части.